Мына бөле достар, біз яйнымызны девам етеміз. Енді бүгінден башлап біз қорқмай, да дұрысы біз бұндан да бел қорқмайдық, ләкин бүгінден башлап енді әдет үзіре студиямызда қавелеріні ічіп, шымды мұсафырымызден субет етеджеміз. Весіз доғыр аңладыңыз, студиямызда мұсафыр бар. Бетамам шымды оны сізге тағдим етеджеміз. Яйнымызның башында айттық, бүгін майыс 26-сында іш адамларының күні қайды тіле, бетамам шу мерзіні біз бізі мұсафырымызден айдынлатмаға істейміз. Студиямызда есе іш адамы Эльдар Меметов. Селям алейкум. Селям алейкум. Қош келдіңі студиямызға. Ораза байрам хайрлы олсын. Сауыз, сізге де шайлсын. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мы рады приветствовать вас в нашей студии, рады приветствовать снова гостя в нашей студии. Прежде всего, хотелось бы все-таки, продолжая тему коронавируса и самоизоляции, узнать у вас, вот, чему вас научил вот этот вот такой непростой для всего мира и для Крыма, в частности, период, и какие выводы вы сделали для себя во время режима самоизоляции? Ну, я вам скажу, конечно, это очень большой опыт, серьезнейший, потому что в своей истории я думаю, что наши родители, конечно, такого не видели. Почему? Потому что это абсолютно новая проблема, новый вызов, с которым нам пришлось столкнуться. И он действительно нестандартный, это невидимый враг, да, который, грубо говоря, начал распространяться по миру. И был очень серьезный новостной фон, отрицательный, я имею в виду в этом смысле. И, конечно, Саунус, благодаря тем ребятам, которые сохраняли оптимизм, которые и в том числе и вам, Саунус, что вы поддерживали в этот момент, в каком смысле морально, все-таки как-то немножечко поддерживали тот дух в людях. Почему? Потому что, как говорят, знаете, не так страшен черт, как его малюют. Но на самом деле опасность есть и присутствует и на данный момент. Но важно, как мы ее воспринимаем, как мы к ней относимся. Я считаю, что, конечно, это был серьезный период. Я надеюсь, что вот на сегодняшний день мы все-таки каким-то образом преодолеем его с минимальными потерями, да, для наших родных, близких, друзей и тому подобное. Но и очень надеюсь, что скоро придумают серьезное действенное лекарство, либо какую-то вакцину, которая максимально нас обезопасит. Но сказать, что сейчас давайте, ребята, расслабляться, все это позади, на мой взгляд, еще преждевременно. Но, тем не менее, надо быть осторожным и двигаться дальше. И это действительно серьезный вызов и для того бизнеса, который мы до этого ведем и вели, и для моральной составляющей, да, вот этого морального, психологического фона, который был в этот период, особенно первый там, недели. Понятное дело, что здесь еще никакого вируса, тем более у нас здесь в Крыму не было, но я помню испуг людей, это было нечто. Тем не менее, да, в тот период люди были даже больше напуганы, чем сейчас. Конечно. Ну, на мой взгляд, это вирус, да, вирус, которых много и наш иммунитет видывал, и я думаю, что, скорее всего, большинство из нас его переживут и переболеют, даже не заметив это. Естественно, конечно, я, например, маму мы изолировали, мы все работаем, семья у нас большая, мы знаем, что избежать там 100%, если вдруг он окажется в Крыму и будет распространяться настолько опасно, неконтролируемо, то в любом случае хотя бы старшее поколение мы обезопасили. Да. Но, конечно, да, то есть первое время была паника, на мой взгляд, конечно, необоснованная. Но есть и ребята, которые не потерялись и двигались, как двигались. И несмотря на то, что вели режим самоизоляции, они были волонтерами, они были помощниками, они были организаторами, они оказались рядом с теми, кто, может быть, даже и психологической помощи нуждался. Поэтому... Да, тем не менее, нужно сохранять оптимизм и верить в лучшее, как говорится. Однозначно. Вот. Однозначно. И переходя к теме бизнеса и предпринимательства, хотелось бы вас поздравить с вашим профессиональным теперь уже праздником. Сегодня отмечается День предпринимателя. И вот все-таки хотелось бы узнать, познакомиться с вашей вот историей, с чего все начиналось, потому что многие люди задумываются о том, чтобы начать свой бизнес, но тем не менее, вот они, присутствуют какие-то страхи, то есть вот этот вот страх неопределенный, страх того, что ничего не получится. Вот как легко вам удалось это решение? Вы знаете, я вам скажу одно. Мы сейчас вступили в период небольшого такого встряски экономики, переосмысления
тех сфер, в которых мы работали. Если, например, да, взять там где-то какой-то слабо работающий бизнес, он сейчас оказался убыточным, и, может быть, кто-то понял, что нет смысла дальше этим заниматься. Кто-то понял, что, может быть, то, что он сделал до сегодняшнего дня, было не его. Кризис – это вот та лакмусовая бумажка, в которой, если вы, знаете, вот иногда вы возьмете чемодан в руки и тащите, а он без ручки. Угу. Вот в кризис как раз, может быть, и стоит от такого чемодана избавиться и заниматься именно тем, что либо вам по душе, либо вам принесет финансовый успех. То, что касается того экономического кризиса, да, последствием которого вот этой пандемии он явился, на мой взгляд, это для меня новые возможности и новые прекрасные, да, то есть момент, где я могу реализовать как раз то, чего раньше, до чего руки не доходили. Угу. Может быть, избавиться от того, что было обузой. И понятное дело, что, конечно, есть определенные сложности. У нас там немножечко просели доходы. Просели, естественно, и зарплаты у моих работников. Но это все, говорится, все тянется всегда одно за другим. Но я уверен, что этот момент, он не будет длиться долго. И в ближайшие месяцы я вот прям с уверенностью считаю, что мы выберемся из вот этого момента. Но на самом деле он, конечно, сложный, но он не смертельный для бизнеса. Это я уверен прям однозначно. Так же, как и любой кризис, это кризис, это время новых возможностей. Вот, но, тем не менее, да, эпидемия очень сильно ударила по малому и среднему бизнесу, и некоторые предприятия даже, скажем так, не пережили эту эпидемию. Скажите, пожалуйста, вот что помогло вам? Как вы нашли выход из этой ситуации? Ну, во-первых, я с первого дня активничал. Вот серьезно. То есть я помню первый день самоизоляции, я смотрел наш республиканский штаб. Он был первым, кстати. Вот самое главное – получать вовремя нужную информацию. Да, наверное. Ну то есть я оперативно смотрел всю информацию по эпид-обстановке, по тем потребностям, которые были необходимы на тот момент в различных сферах, в том числе и врачам, какие были потребности. Ну то есть, в принципе, то, что я посчитал, что думаю, ну хоть недельку отдохну. То есть, честно говоря, по бизнесу немножечко я уставал. Были моменты, когда мы перед самым вот этой пандемией, у меня были иногда мысли там уехать куда-нибудь отдохнуть. Туда. Ну тут подвернулся повод хорошо, отдохнуть. Повод, да. И думаю, ну в принципе, мы предполагали, нас закрывали 28 марта. Закрывали уже торговые центры, в принципе, там, где в основном работаем, основное количество бизнеса в торговых центрах, было вынесено такое единое решение закрыть торговые центры, но и выходные же объявлялись у нас до 4 апреля, если помните. Думаю, о, здорово, Новый год, подарок, выходные, будем отдыхать, расслабимся. Вот. Ну, я, конечно, понимал, что это не будет до 4-го, я предполагал, что это где-то там до конца марта, до конца апреля мы будем отдыхать. Вот. И, ну, думаю, прекрасная возможность. Созвонились со всеми коллективами. Говорю, ребят, ну, мы же никого не бросаем. Мы вместе это будем переживать, весь этот, так скажем, да, период той самоизоляции, что мы все на связи, никто никуда не теряется. На мой взгляд, что мы все-таки переходили в какой-то режим паузы, да, то есть пауза в чем заключается, что все приостановили свою деятельность, перешли на минимальное потребление. Я всех своих работников сразу предупредил, говорю, ребята, так, там, Мерседесы не покупаем, не покупаем все какие-то излишества, максимально нужно быть готовыми. Минимизируем, да, свои расходы. Кто любит гречку, бегите за гречкой, в общем. Ну, все такое. Гречка – это отдельная тема вот, в нашей да. республике. Только, ну, единственное, сразу сказал, ребята, на имбирь ни в коем случае не отдавайте по 4 тысячи. Это развод. У меня есть друзья, они суши торгуют, имбирем мы затарим. Вот. И, на мой взгляд, был именно такой взгляд, что, ну, как бы, когда вы в режиме экономии, вы действительно можете экономить. Оно и предполагает это слово, что у вас только питание фактически, то есть нет расходов транспортных, нет расходов там, на проведение каких-то банкетов, мероприятий, одежда. То есть мы, ну, естественно, торговый центр же все закрыто, вы нигде ничего не купите. И в принципе, да, если это логично рассуждать, то тот небольшой накопленный запас, ему могло бы хватить и на месяц, и на два. В принципе, что мы уже видели, да, в масштабах всей страны, как бы, что ну, мы действительно тянули эту лямку, да. Вот. И понимая, что где-то минимум на месяц у нас перерыв, все, в общем, перешли на режим самоизоляции,
я смотрю это заседание штаба, ну, как бы вижу, что как бы ситуация немножечко была напряжена. Но знаете, как предупрежден вооружен, или как бы хочешь мира, готовься к войне. Все как-то перешли элементарно, там, врачи, больницы, на ускоренную подготовку к возможной серьезной пандемии, к возможным серьезным последствиям. Естественно, там готовился там коечный фонд, готовились больницы. Ну и, в принципе, я решил включиться в этот процесс с своей стороны, ну, потому что мне хватило на полдня отдохнуть. Вот. Потом, ну, в принципе, у меня есть большой опыт благотворительности и вообще по организации, да, там, мероприятий, касающихся благотворительности. Мы взялись за помощь больнице. И, в принципе, вот где-то первые две недели мы помогали в различном виде врачам, больницам. После того, как, ну, в принципе, мы заметили, что тут такой вспышки нету, вовремя были властями предприняты меры по предотвращению распространения. В принципе, уже предварительно была ясна картина, что, не, слава Богу, да, Аллах ашкур, что у нас не будет в тех масштабах, как там, когда мы смотрели новостной фон в Италии, да, там, что этого не будет. И, в принципе, потихонечку, где-то в течение недели мы уже вели переговоры с нашими всеми работниками, сотрудниками, понимая, что все-таки, скорее всего, наверное, это тоже затянется, потому что мы видели, что там продлевают, тут продлевают. Какую-то небольшую такую аналитику сделали и все-таки решили, что мы, наверное, будем открываться, но в режиме доставки. Ну, это уже была вторая фаза, где мы полностью начали подготовку где-то. И вот 22 апреля мы открыли доставку и, в общем-то, опять включились в бизнес уже полноценно. Все отдохнули, подышали там, скажем, свежим воздухом из окон своих балконов. Как коллектив отнесся к этому решению возобновить работу, потому что по-разному люди восприняли данную ситуацию. То есть была такая категория людей, которая вообще не воспринимала никакую информацию и на данный момент даже говорит о том, что никакой болезни нет, никакой инфекции нет. Но, тем не менее, есть та категория людей, которая очень близко к сердцу это все восприняла и просто максимально самоизолировалась от всего мира. Ну, вот я вам скажу, везде важна вот то, что касается в новостном фоне, всегда важна золотая середина. Всегда будут, конечно, там любители или последователи Нострадамуса, и всегда будут реалисты, да, вот. И я хочу сказать, что не стоит верить тем, кто говорит, что вируса нету, потому что его нету априори, потому что мы лично, слава богу, да, в Крыму с этим не столкнулись. Но есть и живые примеры и за рубежом, и уже и у нас, где реально люди болеют, и болеют серьезно, и не советуют связываться с этой болячкой. И Аллах ашкур, что мы, так скажем, да, не в эпицентре этого всего. И надеюсь, что мы пройдем это все ровно, равномерно, как это и планировалось, да, изначально. Я же говорю, мы все переболеем. Просто важно, чтобы это было дозировано, чтобы на всех хватало врачей. И чтобы мы ни в коем случае не подвергали риску свое старшее поколение. Мы сейчас все научены, серьезно. То есть за то время, пока мы находились на самоизоляции, пока мы там, не знаю, пока вот сейчас даже кто-то частично вышел на работу и сталкивается непосредственно с законодательством в сфере, там, в сфере вот этой вот борьбы с этим вирусом, да, потому что сегодня мы открылись, но мы все изучили законы, все письма Роспотребнадзора. Мы знаем уже, как правильно маску носить, там, где халат, где не халат, где бахилы, где там шапка. Ну, то есть, в принципе, мы уже более-менее подкованы. Вот в том-то и вся речь шла о том, что мы должны были зайти в этот кризис подготовленными. И Аллах ашкур это есть. А вот то, что касается работы, конечно, да, у меня был такой же испуг, как у всех. И так как мы раньше работали всегда в офлайн, ну, офлайн это, ну, с барной стойки, грубо говоря, у нас не было ни интернет-сайта, не было таких вот развитых соцсетей. И мы работали, привыкли как? Я вообще-то сам предприниматель офлайн, у меня никогда онлайн-магазинов не было. Ну, так скажем, то есть старой закалки. Почему? Потому что я могу идти по улице, да, прийти по центру, идти там где-то в районе, увидеть место и сказать, вот тут пойдут пирожки продаваться, или там здесь будут продаваться игрушки. Но как это делалось через интернет, я особо не ознакомился, потому что в этом не было необходимости. Мы всегда удачные локации выбирали. Там за последние 5 лет я открыл где-то объектов 8, наверное, или 9 новых. Из них закрылся только один, и то как закрылся, его продал с доходом.
Вот, почему? Потому что иногда бывает, что, как я говорю, то есть я могу чем-то заняться, для себя считаю, что, оказывается, ну, все-таки это не то, то лучше его вовремя продать без потерь для себя. Угу. Вот. И речь идет о чем, что 28 марта мы ознакомились с указом главы республики, в котором, ну, ребята, все, отдыхаем. В общем, выходные. И, в принципе, у нас даже в голову не приходило организацию там чего-либо там онлайн-торговли, доставки и тому подобное. Почему? Потому что, ну, мы даже бы месяц спокойно пережили бы и открылись бы, и продолжали бы работать, наверное, где-то в том же самом стиле. Но это было, так скажем, заложено в мыслях. Но когда поняли, что эта вся история затянется, а коллективы у нас большие, сплоченные, которые формировались там, ну, как минимум последние 7-8 лет. И это все-таки команда специалистов, тех ребят, которые, знаете, как скрипка или как мотор внутреннего сгорания, они все сыграны, они четко знают. То есть мотор — это наша кухня, все вокруг — это навесное оборудование, бармены, официанты и тому подобное. Ну, я шучу. Ну, грубо говоря, это был один слаженный механизм. Ну, у нас есть общие чаты, в которых мы обсуждали всегда, как говорится, ну, наши варианты дальнейшей жизни. И, в принципе, мы все наши решения выносили коллегиально. Ну, я задал как бы вопрос, говорю: ребят, судя по всему, немножечко эта ситуация с нами затянется. Скорее всего, я так понимаю, что это не один месяц. И дай бог, конечно, я говорю, придумают, не придумают вакцину, лекарства. Ну, походу, нам с ним пока придется жить. Угу. Что будем делать? У нас есть два варианта. Либо я еще тяну дальше вашу зарплату и, ну, так скажем, потеряю финансово, а может быть, даже часть бизнеса. Либо мы просыпаемся все и начинаем газовать. Это что? Значит, организация интернет-сайта, организация соцсетей, подтянули отличную маркетинговую кампанию. За неделю. Такой формат работы. За неделю. Наверняка, ну, то есть, официантов пришлось переквалифицировать. Конечно. Да. Ну, у нас, во-первых, я же с многими советовался, с теми, в том числе, кто на сегодняшний день имел доставку. Они все в один голос: Эльдар, не стоит, не завязывайся, это большие финансовые потери, это там, ты представляешь, люди годами работали, и бюджет у них будет здоров. Но дело в том, что мы-то бойцы тоже, честно говоря, ну, с меньшей весовой категорией, но мы кинулись в бой. И я же говорю, самое важное — команда. Когда у тебя есть команда тех людей, у нас никогда не было штрафов, мы никогда никого не наказывали финансово, там, мы всегда с коллективами вели прямой диалог. Вот у нас новички приходили, они удивлялись, но мы проводили в том числе... То есть у нас не всегда с понятием финансов шел разговор в коллективах. И, в принципе, это очень хорошую роль сыграло и в кризис. Почему? Потому что все чувствовали каждый... Вот даже я вам скажу, мы открылись, первые недели мы работали. Я помню этот первый звонок нашего гостя, нашего клиента. И я помню, как все восторженно, весь коллектив подпрыгнул. Вау, мы как будто там забили гол первый. Вот. И все же выходили так, по большому счету, на оптимизме, потому что я довольно-таки приличные деньги на старте запустил в маркетинг. Ну, я же как говорю, да, в организацию, там, вплоть до того, что эти термосумки, все это я помню. То есть закрытые магазины не работают. Это все приходилось откапывать, скажем, вот так вот, с большим трудом. Проводить переговоры, я помню, в маркетинговом агентстве мы общались так, что я людям приехал на дом, ну, мы так, на социальную дистанцию, в коридоре, я в маске, ну, то есть мы вели переговоры буквально вот так вот. И несмотря на прогнозы, то, что все-таки наш бизнес не состоится, а ведь многие тоже начинали, рано руки опустили, уж я не знаю, что я знаю, что некоторые заведения общественного питания открывались, пытались и закрылись. Но мы все-таки преодолели этот кризис. Я хочу сказать, сегодня у нас 4 коллектива уже полным ходом работают. Аллах смеется, через неделю мы еще хотим один коллектив запустить. Там будет и мангал, и как бы, ну, то, что как раз чуть-чуть меню немножечко не хватает. Доработаем, и Аллах смеется, будем работать. Но радость у меня сегодня как раз самая большая от того, что все мои коллективы трудоустроены. Я не получаю сейчас никакой доход. То есть я, по большому счету, переживаю кризис на данный момент с минимальными потерями в смысле тех моих кадров, нажитых, моих команд. Вот это очень важно. Но, тем не менее, вы еще и активно ведете волонтерскую деятельность. Это естественно, да. Ну, я с первых дней, получилось так, что я же говорю, у нас... Вообще-то, кстати, вот опыт у меня был с больницы «Семашко», нашей республиканской. У нас есть предпринимательский чат. Вот он меня, наверное, и поднял с дивана.
на первый же день, в обед. То есть, грубо говоря, мечтал отдохнуть, вернемся, да, к тому, что все-таки отдохну, не буду ничего делать. Потом в чате, в нашем предпринимательском, одна из девочек-предпринимателей скинула призыв к тому, что, ребята, нашей республиканской новой строящейся больницы нужны волонтеры для того, чтобы ее отмыть после строительства. Ну, предполагалось, что там, может быть, кто-то из коллективов предпринимателей, кто сейчас на самоизоляции, там им выписываются справки, они выезжают, и мы реально там тупо моем полы с тряпками, с швабрами. Ну, можно было себе это представить, когда там площадь 58 тысяч квадратных метров. Mm-hmm. Вот. Я, в принципе, ну, как бы знаю с руководства больницы ребят. Я сразу с ними созвонился, говорю, ребят, ну, как бы, да, можно, давайте я попробую. То есть я начал прозванивать свои коллективы, они у меня уже к этому моменту разъехались. Как бы у меня очень много ребят с регионов работают, Крыма. Вот. Ну, у нас первый вопрос был, как они доберутся. Автобусы, троллейбусы, да, ничего не работало. Проблема. То есть, да, то есть это была проблема номер один. Потом у меня у самого проблема номер два, потому что, ну, как бы мы на самом деле, может быть, можем подвергать опасности, ну, не наших работников. Себя, да, да. Ну, то есть, да, я понимаю, что полы надо помыть, да, надо почистить, да, там мусор вынести и все такое. Да, это, в этом есть сейчас необходимость, но, опять-таки, это определенный риск. В общем, я связался с одним из руководителей и говорю, давайте сделаем следующим образом. У нас сейчас в торговом центре, там, где в одном из торговых центров, в котором я работаю, в котором у меня большинство моих объектов, вот там есть клининговая компания и есть незадействованные мощности оборудования. То есть это такие вот промышленные машины, мощные, профессиональные, с химией, с профессиональным подходом. Вот. Давайте попробуем их задействовать, я предложу. Они до этого приглашали там компании клининговые, они очень дорогие, там расценки миллионами, не буду называть, называли, в общем-то. Ну, кто-то на горячем еще хотел и нажиться. Это, кстати, вот минус наших предпринимателей, что некоторые все-таки бывают, что даже в кризисной ситуации пытаются там заработать на святом, на мой взгляд, потому что, ну, как бы, никто не отменял законы бумеранга. Довольно часто мы можем наблюдать такую ситуацию. Ну, в общем, да, мы отработали этот вопрос. Мой друг, один из крупных тоже компаний, которые осуществляют клининг в торговых центрах, они откликнулись, сказали, да, вопросов нет. В этот же день мы встретились с заместителем главврача Семашко, там же на объекте, увидели все объемы, в принципе, он адекватно оценил. Я собрал из того же чата, в котором мы выявили этот вопрос, из того же чата набрал ребят в поддержку, ну, каждый в мере своей возможности подключился. Подключился наш инвераган индустрии строительства. Вы его знаете, наверное, он тоже взялся мне помочь. По первому звонку я ему только позвонил, он говорит, да, все, огонь, с нашей стороны будет помощь, тоже понимая остроту проблемы этой. Вот. И мы, в принципе, вот в течение 2 недель все работы для больницы сделали за свой счет. И, честно, я видел, насколько были восторжены взгляды тех врачей, которые там, ну, их тоже вызвали, там врачи Семашко, которые вот реально сами в ручном режиме тоже там, то, что мелочи мы не успевали, окна, все это они делали уже сами. И я видел благодарные взгляды тех, ну, как бы, людей, которые, ну, потом в дальнейшем должны были работать, потому что они сами себе тоже, врачи, готовили сами себе будущее потенциальное рабочее место, ну, видя нашу поддержку в этот сложный момент, ну, это было действительно восторженные взгляды и восторженные отзывы, они подходили, говорили, какие вы молодцы, ребята, действительно, это как раз то, что необходимо. И, кстати, я вам скажу, главврача я познакомил с собственником той клининговой компании, с Александром, они обменялись опытом, он им посоветовал, какие там клининговые машины покупать на эту больницу, какую технологию максимально эффективную применять в дальнейшем при уборке этой больницы, потому что там уже, ну, как бы, это не та старая больница, где можно было попросить санитарок, они бы сделали эту работу. Там уже нужно профессиональное оборудование. И вот в этом смысле тоже руководство больницы получило профессиональную консультацию. Аллах ашкур, я чувствую свою руку тоже в этом. Хоть чуть-чуть. В каждой ситуации есть свои положительные стороны, да, несмотря на то, что такой сложный период. Конечно, конечно. И вот еще вторая у нас была довольно-таки из таких серьезных инициатив. Это по инициативе Руслана Смаиловича Бальбека на мощностях КИПУ совместно с Чингизом был организован пошив масок для нуждающихся. Ну, мы там материалами, Чингиз при помощи все-таки всех своих студентов, там был целый флешмоб, по которому мы развозили материалы,
А студенты, либо небезразличные люди, шили маски. И я точно знаю, что я успел. Мы передавали через Добро Мира волонтера Крыма, через Валерий Петрусевич Семашко. Угу. Плюс мы просто брали по своим районам. Я вот по Каменке, если кому-то нужны были маски, мне звонили, связывались со мной. И особенно, когда мы в Инстаграм запустили в сторис, очень много было обращений. Ну, на тот момент это была острая в них необходимость. Угу. Сейчас масок достаточно. Да. На тот момент это была большая проблема. И действительно были запросы на это. Вот я тоже считаю, очень было такой своевременный как бы момент помощи. Ну и плюс у нас было, доходило до того, что там я в попечительском совете школы нашей, у нас есть совет родителей, у нас есть свои чаты. Они скидывали семьи необходимые, ну, семьи, нуждающиеся, оказавшиеся в сложной ситуации. Угу. Ну, возили просто продукты, возили там, ну, какая, в чем была необходимость, в чем была потребность. Ну, то есть, ну, тут, как бы, это я оставлю немножечко большим секретом. Угу. Потому что, ну, это как бы, это святое. Я, кстати, хочу поблагодарить многих наших ребят, и Кемала Муминова, еще ряд ребят, которые... все это время самоизоляции, и вот оно как-то так и наложилось на наш святой месяц, да, все-таки, угу. когда многие постились и молитвы, я думаю, не одна была молитва за то, чтобы наконец-таки избавил нас вот этот вот вирус и оставил в покое наше общество и наших стариков, потому что мы-то за себя не боимся, мы смотрим на старшее поколение, немножечко вот этот момент, он более волнительный, угу. наверное. Так вот, я хочу поблагодарить тех ребят, которые реально были в это сложное время, в семьях тех нуждающихся, ребят и нашего старшего поколения, которые, может быть, остались одиноки на этот момент. Кстати, у нас были тоже инициативы, вот многие мне писали в Инстаграм, что, Эльдар, вот ты занялся доставкой, прекрасно, а можно заказать, там, вот у нас Харбаба в конце улицы живет, там, можно заказать для него ифтар? Я говорю, да, ребята, вообще не вопрос. То есть у меня некоторые были моменты, что из семей нуждающихся, небогатых семей заказывали ифтар. То mm-hmm. есть для кого-то. В этих случаях я говорил, ребята, ну давайте, хорошо, я знаю, что вы все равно оплатите, давайте хоть я 50% на себя возьму оплаты. Ну для меня это по себестоимости, естественно, для людей это было дешевле. Но мы занимались, и вплоть до такого, ну вот в этом смысле, в какой-то виде для меня это была благотворительность mm-hmm. тоже. То есть несмотря на то, что люди вроде как самоизолировались, вроде да. как оставались дома, но тем не менее они стали еще более сплоченнее, они объединились для того, чтобы вот действительно и вот этот нелегкий период с одной стороны, и с 100%. Другой стороны, вот священный для всех мусульман Конечно. Месяц, сделать еще больше добрых дел и, так сказать, помочь окружающим. Вы знаете, своим. Многие, кто ранее был немножечко, знаете, вот предприниматели у многих, не буду спорить, что это правильное мышление, что мы работаем, мы платим налоги, мы платим за работников, платим за себя. А кто-то считает, что много это, кто-то mm-hmm. считает, что мало, ну, неважно. Ну и зачем нам еще предпринимать какие-то меры благотворительности, там, помогать кому-то, если это должно делать государство? Угу. Вот там есть у нас дом престарелых, там должно быть государство. Вот у нас есть там ребенок, которому не хватает на лечение, да, может быть, миллионы. Угу. Почему не делает это государство? Ну я хочу сказать, что сейчас многие переосмыслили, и многие поняли, что ну, государство – это мы. Это мы сами, на самом деле, да, там, то, что касается налогов, у нас они не такие высокие, как в Европе, ну, как бы, у нас щадящие, действительно, налоги, и мы можем зарабатывать настолько, чтобы позволить себе помочь кому-то, потому что это помощь, одно дело помощь обществу, а другое дело помощь вас конкретно. Как личности, mm-hmm. как человека, который... Конечно. Ну, мы севап зарабатываем, и у нас отношения с Всевышним будут индивидуальные. Mm-hmm. То есть никто не будет смотреть, кто вас что сказал. Конечно. Вы сами перед собой и перед Всевышним будете нести ответственность за свою жизнь в дальнейшем. Если у вас есть возможность помочь, вы будете это делать. Я хочу сказать, за время вот этого двойного кризиса, да, и за время... вот этого святого месяца, который мы держали пост. Очень много ребят, те, которые раньше сомневались, они сегодня включились, и я надеюсь, что в дальнейшем они будут участвовать, и вот в том числе тот опыт ценный, который они получили сейчас, и тот севап, который они сделали, и их лица, и их взгляды довольные, то, что все-таки они решились, они сделали добро, угу. это очень здорово, и это дорого стоит на самом деле. И опять-таки кризис, помощь.
Конечно. В любом случае, это кризис, это наша проверка. И для многих это, я же еще раз говорю, да, всем будет тяжело, но, ребята, не паникуйте, не паникуйте, да. Все будет нормально. И я сомневаюсь, ну вот не выдержали как. Я знаю те ребята, вот, например, предприниматели, они занимались там в сфере фото, да, то есть вот он, фотограф, да, остался без работы. Но у меня сегодня два фотографа профессиональных работало доставщиками. Все, кто мне написал, сказал: Эльдар, мы хотим, ну, то есть на данный момент у меня нету стажа, ну, то есть у меня нет возможности работать фотографом, потому что, ну, априори мы это, можно у тебя поработать курьером, у меня есть машина. И они у меня там, ну, работали, то есть все, кто обращался с просьбой о трудоустройстве хотя бы на этот момент. Ну, то есть все получили, так скажем, отзыв, и все встали рядом и работали вместе. Ну, то есть тут, как сказать, знаете, не впадайте в депрессию ни в коем случае. Кто ищет, тот всегда найдет. Да, у людей была возможность попробовать себя в чем-то новом, с одной стороны. С другой стороны, действительно, переосмысление ценностей какое-то произошло. Я же еще раз говорю, может быть, действительно, вы до кризиса занимались тем, что ничем не стоило заниматься. И вот как раз сейчас момент такой, что вы можете переосмыслить. Вдайтесь в подробности в новом, том, возможном новом бизнесе. Может быть, у вас за это время, пока вы работали в каком-то сфере, в какой-то деятельности, вам это надоело. И если уж вы чувствовали под самый закат, да, вот этих нормальных времен вступления в кризис, что, ну, вы не зарабатывали, либо оно вам не приносило удовольствия. Кризис – это как раз вот та лакмусовая бумага, в которую в момент вы должны принять решение и начать, может быть, новую какую-то деятельность. Почему бы нет? Почему? Потому что я знаю, многие предприниматели до кризиса, например, брали там помещение в аренду, а у нас все-таки были аренды завышены немножечко, потому что рынок был перегрет немножечко в какой-то степени. Почему? Потому что куда ни кинься, везде высокие запросы, неадекватные аренды, и люди, особенно которые не сталкивались с этим, да, думали: да, я возьму в аренду помещение там за космическую цену, но, наверное, собственник, кто сдает в аренду, учел, что мне там чуть-чуть останется. А на самом деле оказывался в дураках, по большому счету, потому что, понимаете, что такое рынок? Продавец хочет как дороже, покупатель как дешевле. Дешевле, да. И поэтому кто-то, ну, реально до кризиса, я знаю, что чувствовал себя как бы, ну, немножечко в напряге, знаете, как вложив деньги, средства, да, и все такое, и оказавшись в сложной ситуации, то в кризис лучше оставьте и начинайте что-то новое. Мне кажется, иногда даже легче потерять и взяться, и какой-то новый бизнес развивать, чем терять свое время. Потому что самый дорогой ресурс у человека – это не бумага, не финансы, это время наше самое ценное. Потому что, ну, и не теряйте ни секунды. Все, единственное, что я хочу сказать. В кризис очень многие опускают голову, появляются там какие-то психологические проблемы, начинают винить там судьбу, все окружающих, кто виноват, там коронавирус и тому подобное. Ребят, дело в нас самих. Значит, если у вас что-то не заладилось, начинайте по новой. То есть, да, если у вас истерлись ваши коньки, купите новые. Вот и все, что могу сказать. Ну, действительно, ну, не останавливайтесь, главное, не опускайте голову. Я думаю, что... И почему я даже, например, лично сам заинтересован, чтобы, ну, у нас как можно больше ребят крутилось, потому что наш продукт – это наше взаимодействие в различных сферах. В первую очередь, да. В общем, дело. Потому что если у нас будет много фотографов, то в результате цена на фотосессию упадет. Если у нас будет много ресторанов, и мы будем конкурировать, цена на конечный продукт для потребителя будет ниже. То есть все зависит от нашей деловой активности. Не дай бог, чтобы оно ни у кого не упало, ни у кого не возникла апатия и там, не дай бог, депрессии. Поэтому, ребята, выкручиваемся, держимся, молодцом, все будет нормально. Чахсавлана, что посетили нас сегодня, да, в первую очередь, нашли для нас время в своем таком графике. И Савлана за ту работу, которую вы проделали за все это время и продолжаете на сегодняшний день. Мы вам желаем успехов во всех ваших начинаниях и ждем всегда в нашей студии с новыми проектами. Спасибо. Спасибо большое. Мына бойле этап. Субетамы соңына келді. Сайхылы достлар, келіңіз бақайық. Бұзым ярмадамызда бүгін абасын насыл олажақ. Бұақта невбетеке рубрикамыз тариф етежек.